Здравствуйте, Козероги! У нас прогноз для вашего знака Зодиака на период с 1 по 15 января 2021 года. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что ожидает представителей знака Зодиака Козерог с 1 по 15 января. Всех своих зрителей я поздравляю с наступившим Новым годом. Я желаю вам счастья, здоровья, удачи, благополучия, осуществление всех ваших задумок, планов, ну и также, может быть, для исполнения вашей самой заветной мечты. Пусть для вас 21 год будет легче, чем был 20-й, особенно декабрь. Хорошо, Козероги, с 1 по 15 января. Давайте посмотрим, с чем вы входите в Новый год. Что у вас будет происходить в отношениях, у кого они есть? Отношения или брак? Для тех, кто в поиске любви, какие у вас перспективы? Работа, бизнес у кого есть? Для тех, кто в поиске работы? Финансы. И что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? Потрясающие карты. Еще королева жезлов. Да, ну, наконец-то у вас происходит улучшение. Да, сколько у вас? Раз, два, три. Три старших аркана. Важный период для вас, причем арканы все очень хорошие. Давайте еще посмотрим сюрприз или неожиданность для козерогов с 1 по 15 января. Хорошо, но входите вы десяточка пентаклей. Это карта нашей семьи, нашего рода. Это сбор всего семейства. Это традиции поколений. Тут и бабушки, и, может быть, даже у кого-то и прабабушки. Здесь дети, внуки, правнуки. То есть это сбор всего семейства. Но это еще и карта взаимопонимания, поддержки. То есть вы понимаете, что у вас есть крепкая семья, на которую вы можете рассчитывать, и люди, на которых вы можете положиться. Также она символизирует стабильность, безопасность, финансовое благополучие. Но еще ведь у нас эта карта смена статуса. Кто-то может из козерогов в новогоднюю ночь получить предложение руки и сердца, кто-то может познакомиться. Кто-то может найти хорошую работу, ну, не в новогоднюю ночь, но вот в этот период. У кого-то, может быть, решается вопрос с наследством, с недвижимостью. Может быть, семья вас поддерживает, вы можете вот в чем-то победу одержать. Ну, победа-то здесь может быть и на любовном фронте, конечно. Но, может быть, с поддержки семьи вы можете решить вопрос, например, с переездом, с жильем. Ну, десяточку пентаклей я отмечать не буду. Это дом полная чаша, это сбор всего семейства. Это когда мы ходим в гости, к нам приходят. Это карта благополучия. Она показывает богатые, стабильные, наполняющие отношения. Хорошо, для тех, кто в отношениях или в браке, здесь шестерка жезлов, здесь одержание победы. Вот я говорю, кто-то получает предложение руки и сердца, кто-то... Знакомиться нет, да, мы здесь уже в отношениях. У кого-то, может быть, решается вопрос с жильем. То есть при помощи родных и близких вы здесь добиваетесь победы, ну, не знаю, находите себе подходящий вариант. А, может быть, договариваетесь о сделке. Давайте одну карту. Кто-то, может быть, ну, исполняется какая-то ваша мечта, о которой вы долго-долго грезили. Да. Ну, а мечты-то у всех разные, поэтому вот при помощи, скорее всего, семьи
или при помощи вашего любимого человека. Поэтому в чем-то вы одерживаете победу. Так, хорошо. Ну, а для тех, кто в поиске, тут вообще у нас ложится старший аркан «Мир». Здесь знакомство. Ну, о чем говорит «Мир» для любви и отношений? Что вот в эти 15 дней у вас появятся все причины, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Либо вы уже найдете свою вторую половинку, либо она у вас на пороге. Но здесь еще у нас ведь мир, это интернет. Может быть, кто-то познакомится с человеком из другого города, может быть, из другой страны. Поэтому тут вот у нас еще король кубков. Это может быть карта показывает влюбленного короля. Мужчины могут сами влюбиться, а женщины встретить такого мужчину. Поэтому общайтесь, ходите, но и по интернету тоже общайтесь. С людьми из других стран, из других городов есть шанс познакомиться. Ну, тут еще и по миру это смена одного этапа вашей жизни. Одиночество и начало нового, но уже с партнером. Вот как бы это не ваша масть, но карта говорит, проявляйте активность. Хорошо, для тех, кто работает, здесь старший аркан Иерофант. Может быть, вас попросят в эти 15 дней, не знаю, там, возглавить какую-то группу, заняться преподаванием. Может быть, вы человек уже опытный, обладаете какими-то знаниями. Может быть, вот стать учителем. Да, может быть, кто-то здесь пойдет учиться для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице. Или кто-то сам уже является наставником. Ну, Иерофант может показывать работу в крупной компании, в которой даже компания или это может быть государственная организация, в которой есть свои устои и правила, которые, может быть, это какая-то закрытая группа, и здесь вам нужно просто подчиняться правилам, которые там существуют. Может быть, это что-то связано с IT-технологиями. Да, прошу прощения, мои уважаемые зрители, у меня отключилось видео, и я уже практически закончила ваш расклад и увидела, что у меня отключился телефон. Я остановилась на Иерофанте. Да, работа связана с IT-технологиями, но здесь еще, может быть, кто-то сейчас является преподавателем каких-то духовных практик, йоги. Может быть, вы являетесь коучем, может быть, фитнес-тренером. Но в любом случае здесь карта показывает стабильность. А для тех, кто в поиске, да, здесь на пороге у вас новая работа. Восьмерка жезлов – это очень стремительная карта. Если вы куда-то подавали резюме, вас могут пригласить на собеседование, и есть велика вероятность получить работу. Еще здесь может быть работа связана с коммуникациями, какие-то колл-центры, может быть что-то через интернет. Также здесь карта может показывать передвижение, доставка, логистика. То есть, как бы, очень много движений. Но еще эта карта вам может как в совет говорить, если вы ищете работу, то проявляйте активность, обзванивайте всех своих знакомых, друзей, с кем вы когда-то работали. Может быть, есть шанс найти работу по знакомству, вот через коммуникации. Да, финансы. Финансы здесь у нас старший аркан влюбленные. Смотрите, ну кто-то будет тратиться на любовь, да, на свадьбу, например. Но еще у нас это выбор. И здесь я уточнила, да, вот, прошу прощения, здесь я уточнила, потому что вы тут стояли перед каким-то выбором, который вам было или будет сделать сложно. А сложно, может быть, вот эта изоляция, она мешает вам, ну, вот, например, кто женится, может быть, свадебное путешествие поехать. И тяжело выбирать, потому что не знаете, получится, не получится. Но я достала клевер. В любом случае, что бы вы здесь ни выбирали, может быть, это вот для тех, кто ищет, например, работу, может быть, будет несколько предложений. Тогда карта говорит по влюбленным, слушайте свое сердце.
Ну, предлагают вам два варианта. Один вариант хорошо оплачивается, но работа вам не очень нравится. А вторая, может быть, меньше платит, но работа вас полностью устраивает. Вот здесь нужно прислушиваться к сердцу, вот куда вас тянет. Тогда вас полностью будет удовлетворять то, чем вы занимаетесь, и сколько вы будете зарабатывать. Ну, а кто-то может подобрать вариант, куда вы хотите поехать. У нас тут рыцарь перешел в короля. Тут я больше связываю или с организацией свадьбы. Может быть, вы будете выбирать, где провести торжество, как его провести. Но мешает вот этот вот гроб. То, что нельзя много людей собирать. То, что нельзя поехать туда, куда вы хотите. Но в любом случае, тут или при помощи кого-то, или все-таки вы тут остановитесь на каком-то выборе. Ну или еще влюбленные показывают, что, например, вы в браке, в отношениях, вы оба как бы вкладываетесь в вашу финансовую безопасность. А, да, у нас еще влюбленные могут говорить о росте в ситуации, о каких-то надвигающихся переменах, именно с вашей финансовой сферой. Ну и еще тут у нас рыцарь кубков, это какие-то приятные новости, сообщения, ну, связанные с деньгами. Да, и выходите вы, здесь у вас ложится король кубков. Это может быть представитель водной стихии, рак, скорпион, рыбы. Да, для женщин, может быть, это ваш возлюбленный, супруг. Может быть, также это какой-то ваш близкий родственник, отец. Для мужчин это друг. И для вас этот король будет очень важен. Но он как-то поспособствует росту вашего финансового благополучия. Может быть, вот я говорю, связаться с каким-то другом, который поможет вам найти работу. Или это может быть еще бизнес-партнерство с таким мужчиной. Вот, вложиться в какой-то бизнес и что-то начать. Ну, а также у нас это специалист, это может быть юрист, врач-терапевт для кого-то. Может быть, вот кто-то здесь победу одержать, забеременеть, исполнится наконец-то ваша мечта, но, скорее всего, при помощи какого-то врача. Ну, давайте одну карту достанем на короля кубков. Он исполнит какую-то вашу мечту. Вот опять мечта. Кто-то, может быть, поможет вам найти работу. Хороший проект с большим будущим, хорошие будут перспективы. Если это начало, например, бизнес-партнерства с таким человеком, может быть, через интернет, опять же, как я сказала, какие-то коммуникации. Но здесь хорошие перспективы. Но также это может быть получение предложения руки и сердца, зачатие, беременность. Кому-то дадут на первый взнос, может быть, это ваш отец, чтобы вы смогли поменять свою недвижимость или купить. Ну, у кого-то здесь знакомство через интернет, вот с таким королем кубков. Ну, а мужчины здесь сами влюбятся. Да, ну вот у вас еще здесь королева жезлов, тоже какая-то женщина, которая может вам помочь. Да, для мужчин, может быть, это новый любовный интерес. Но еще этот человек может вам помочь найти хорошую работу. Туз кубков. Была четверка кубков. Принесли вам этот туз, какое-то предложение, и вы его приняли. Да, может быть, для женщин это какая-то подруга, бизнес-вумен, которая поможет вам. Ну, тут, как, что я говорила, для короля кубков, тут тоже может это относиться к королеве жезлов. Ну, а еще эта карта говорит, что вы должны проявлять активность, брать на себя ответственность и действовать. Королева жезлов у нас – это лидер по натуре. Она может любые горы своротить, но еще вы можете по этой карте организовать вокруг себя людей и повести их за собой. И добиться того, что вы хотите. Давайте посмотрим совет для козерогов с 1 по 15 января от Веканского оракула. Козероги, совет с 1 по 15 января.
Так, здесь у вас жезл, но он перевернутый. Сейчас. Ваша энергия сейчас направлена в неверном направлении, проявляясь таким способами, которые скорее омертвляют, чем оживляют вас и вашу жизнь. Обдумайте свою стратегию еще раз. Хорошо, и еще совет от оракула «Магические врата». Это для козерогов с 1 по 15 января. Наслаждайся. Я наслаждаюсь благами жизни. Сейчас я вам зачитаю. Наполните свою жизнь людьми и событиями, которые несут вам радость и счастье. Живите со вкусом, забудьте о практичности, окружите себя красотой и незабываемыми удовольствиями. А у меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего, берегите себя. До свидания.